Всем привет, мои дорогие зрители, и привет моему самому любимому сагастеру. Привет, Шура. Привет, Ваня, всем привет. С нами Шарль Стайлз, капитан команды Кэтс, и две команды, капитаны которых сейчас, наверное, занимаются как раз пикингом. Моржик, Ли, Казандар, First Blood и Модитус представят Легион и команду Квам. Против них сейчас сразится команда Мека, Мурена, Мут Феникс, Фэффл Сноу, Риджендо и Блюшка. Будут играть... И с одной, и с другой стороны, без пестилинца, между прочим. А значит, наверное, игра, у которой хоть какой-то шанс на интересность есть. Потому что пестилинц как бы не контрится, и, конечно же, неинтересно играть, когда он есть в игре. Хотя за последние пару дней пришли все-таки наказыватели, что ли, пестилинцев, да, и пестилинцы разочек, а может быть даже и два, а может быть даже уже и три. Но нельзя никому, наверное, об этом говорить. Проиграл. Я видел в одной игре. Да. В одной игре он проиграл там. У Яйцов, по-моему, как раз-таки проиграл. Было, да, было, проиграл. И сваги обыгрывали уже, и вчера кто-то тоже уже обыграл. Ух, короче говоря, пошатнулась позиция пестилинца слегка. Все, он не очень. Да, ну, ничего страшного. Ли на Равиноре показывал очень хорошие результаты вчера и позавчера, или вернее. И, похоже, решил это продолжать. Моржик на Офелии, инженер и варбист есть уже для команды Легиона. Остался один персонаж, и это, наверное, Изилайн Фармер должен быть для команды к вам. Хеллборн же, Кракен Хага и Мастер Вармс. Пока что интересно мне, будет ли это мидирующий Кракен против Равинора или нет. Кстати, Сань, с какой стороны появляется Равинор, когда дельтаплана попадает? С какой стороны? Ну вот он попал дельтапланом, ты от него убегаешь, и вот относительно тебя как-то зависит, и относительно чего, короче, он появляется, когда станет? Слушай, что-то никогда не задумывался, сейчас погоди, подумаю. Вспомню точнее, как я. Я вот тоже, да? Пытаюсь вспомнить. И мне... Но мне кажется, он как бы... Перед лицом появляется, нет? Как... Нет. Не там. Появляется Блинга. От себя, наверное, по ближайшему вектору, да? Ну, как этот, как Блинкстрайк, вот сейчас у Найтхаунда есть, мне кажется, также появляется. Ну да, наверное, мне тоже кажется, что примерно что-то такое. Просто если он перед ним появлялся, считай, можно блочить начать, это же... Ну да, имбушечка, да, это вообще круто. Не знаю, чуть-чуть, честно говоря, не задумывался об этом. Ну, раз я об этом не задумывался, скорее всего, это не так дисбалансно, значит, скорее всего, он просто за спиной появляется. Да, наверное, просто вдогонку, не за спиной, да, именно, да. А ближе, ну, к, да, себе. Ты... Ну да, да. Получается так. Не мешает он тебе назад двигаться. А Равинор уже такая фишечка команды Камп, по-моему. Ну, всегда его пикают. Лишечка, это же по заявкам. А сейчас так попало, что ему очень нравится этот персонаж. И еще, кроме всего, он и действительно пока что эффективен. То есть его пикают и хотят, поэтому... Кстати, хотел сказать, что нет. Доктор Репульсер будет сейчас на харде. Ой, на харде. На изилайне, Казандарчик, да. Уже я видел, они пикают тоже. Разочек, ну, и... был он, да, и, может, похоже, хотят повторить. Копируют интовские пики, сейчас на инте мы тоже играли и видели там репульсеров. Ну, такое, знаешь, я говорю, что прям круто. Прям прорыв какой-то, да, не то, да, чтобы... Мы ни разу не проиграли против репульсеров, в общем. Ничего там такого, с книжкой быстрой не так уж сильно он там дамажит. Но, тем не менее, Казандарчик уже разок выиграл через репульсера в этом хунтуре. Ну, к тому, что не то, что... Ну, не имба, короче, можно играть. Не имба, да, абсолютно не имба. Не знаю даже, почему к вам он так полюбился. Он неплох, но, в общем, как и многие керри, точно так же легко сравнительно контриться. И играть можно и на нем, и без него, и через него, и как хочешь, в принципе. Поэтому... Там, кстати, панда. Да, вот пандочку как раз я хотел отметить. Последним пиком ребята выбрали, походу, торта, что ли? Ну, это дабл мид такой. Да, отпор, это отпор панда. Хороший дабл мидик. Я думаю, даже отпор Равинору вполне может дать именно. Вот эти ребята могут. Дамажные, напряжные, панда, очень хороший контроль. И в перспективе тоже очень полезный герой, особенно против того же репульсера. Репульсеру панда, наверное, не простит вот эту быструю книжку, да, а будет настаивать на то, чтобы собирал он все-таки нульстоуны какие-то, да. Вот что-то такое. Ну, Легион 1-2-2, я так понимаю, да, будет стоять. Все-таки у нас Моу и Торт. Хагой вряд ли кто-то пойдет стоять. Вот Кракен и Моу, видимо. Или Торт. Конечно, репульсов там будет не фрифарм, но все-таки можно выиграть от Афелия за Гангой туда еще. Если Афелия за Гангой, то да. Но на самом деле Кракена тяжеловато будет загангать.
ну, там, до определенного уровня, а вот его саппорта, в принципе, что Моа, что Торта наказать можно будет достаточно легко. Это Торт, тем более, идет вниз. Мод Феникс будет вместе с Ридженда стоять, и на самом деле... Такие вообще... Кстати, подлагивало у меня в начале. Сейчас, не знаю, как у тебя. Да у меня вроде... Я как-то в Казахстане, мне ты... Да, в последнее время все жалуются на лаги, все серваки лагают, и я видел, ты сам видел, что там где происходит, все недовольны, ну, у всех, по-моему, лаги, у меня лично точно есть такое. Задержка была, сейчас вообще пауза, что тут, полторы секи задержка. Будет, не будет, будет, не будет, непонятно. Ну, можно еще попробовать поиграть, ничего, ничего же не было. Ну да, потому только... Потому что в начале игры у меня прологовка тоже была. Пишут, go on pause, посмотрим, в начале да, как-то. Ну, не знаю, бывает, закономерности, это эти проигроки, они же как, я не знаю, как цыгане, знаешь, верят в любую, по-украински это звучит забобон, в принципе, во что угодно, вот, типа, в начале лаганет, потом там, скоро начнется уже, типа, надо, знаешь, там, подергать за ногу воробья, чтобы... В общем, сплясать танец дождя и лаги пропадут. Я тоже думаю, что и лагать не будет, и быстрее будет, и АПМ повыше, и ГПМ плюс 70, как бы. Всякое может быть. Два фал, это что, АФК, что ли? Да, это АФК, АФК, наверное. Да. Угу. Стрим, что ли, уже апнулся у тебя? Кто мне тут пишет, как я рад, что ты сакастишь. Я тоже рад, что я сакащу. Ну да, стрим запущен, чего там уже даже вроде какой-то пик идет, если я не ошибаюсь. Как-то не открыл все. Я, мне на казахском интернете очень страшно, да, идет стрим, там как раз пики. И очень страшно открывать превью стрима, потому что боюсь, что сам стрим упадет, знаешь, потому что от собственной, просмотра собственного стрима, который я же стримлю, можно уронить стрим, поэтому чуть страшновато мне. Шаг влево, шаг вправо. Да, растет. Тут вообще. При том, что я только что собирался стримить с другого места, все собрал, полный рюкзак шматья, пошел, пришел, не работает. Развернулся, пошел обратно. Очень эффективно сходил. Зато вовремя. Да, причем там, я сегодня, это там, ну, один, скажем так, подразделение. Офис, короче. И там сегодня идеальный был ханец. Я сегодня пришел, там ханца покатал. И не лагало, вот ничего. Я думаю, лол, да ладно же. У меня, правда, не очень результативные игры. Тут кто очень хочет поражать с моего ММР, у меня вон 2-2, 1500. True Train, так скажем, есть во всех этих четырех играх, которые я успел сыграть. Но, тем не менее, они не лагали. Я думаю, я принял четкое решение, все. Буду там стримить, шпилить, не лагать, и все, прихожу, не, игра не лагает, а стримить невозможно. А тут у меня наоборот, стримить боль-мень, а играть невозможно, да. Ну, мне сейчас ровно, я и не стримлю, и не играю, тоже и на скайпе хватает вроде, да? Скайп посмотреть вроде могу. Это мне тоже Саша Стронг, который небезызвестная личность, говорит, я не могу стримить смотреть, у него дома там вообще, типа, 0,1 мегабита, знаешь, типа. Стандартная доставка интернета через баранов казахских к нему идет домой, поэтому стрим смотреть не может. И он говорит, типа, можно я в скайпе в муте повешу и игру через став спектейт посмотрю. Ну, типа, админский спектатор, чтобы, типа, такой же стримец, только... Ну, лайф такой. Да, только не видео, а трафик игры из скайпа. И такой вариант у нас тоже был. Поэтому я ему тоже говорил, если что, ты пиши, я тебя в сакастерскую конфу добавлю. Будешь молча смотреть нас, слушать и наслаждаться игрой. Но это уже прям супер эксклюзив, я не знаю. Мне кажется, что эти билеты просто по цене каких-то театральных выступлений надо продавать, знаешь. К нам в конфу, да еще и в игру, да еще что. Это очень круто. Ну, по итогу мы видим, что Репульсора получил Suicide Line на его изи. И Риджендик уже так пошел, танцы с крипами, все как надо. Причем даже он стоит вдвоем, он все равно... Все равно это делает, да. Это вообще... Вот невозможно эту привычку. Привычку это у него невозможно просто переучить его никак. Ну, кстати, вот, мне кажется, лучше бы поставили Моа, Кракен и Панда Торт. Было бы, мне кажется, более... Моа, кстати, чуть более живучий, чем Торт. Да, ну просто таргет стана нет, попасть будет, может быть, трудновато. Замедление это не стан. Да, с Моа, я думаю, попроще было бы как-то. Я, да, пожалуй, тоже согласен с тобой, что Панда Торт получше смотрится на миде, даже на миде. То есть дабл поле у нас лучше внизу. Действительно, и в Репульсера, и харассмент поинтересней, и
Таргетный стан, что тоже полезно, особенно против одного. Здесь на мидлайне как раз АОЕшный стан интереснее, поскольку стоишь только против двух. Варбиста как-то... А хага, а, вот настолько поздно заметили. Угу. Ничего сейчас, наверное, будет ремейк. Ну, вот это уже, наверное, да. Ну, тут уже имейки выгоден этот ремейк. Хага пропустила две пачки крипов. Ну, вообще, надо как-то правила ремейков ввести более жестко, потому что сейчас начало-то... За камом, по сути, даже то, что диска тоже дает бонусы. А можно ли дискать, если, допустим, будет команда кам против? Ну, можно ли будет ремейк давать? То есть, я бы на месте кам, может быть, уже был против ремейк. Пускай ну, лагает. На самом деле, это ремейк это же почти всегда, за исключением там какой-то конкретной технической проблемы. Или же, ну, типа, на нулевой минуте, когда еще ничего не пошел, ремейкнуть может команда попросить, и вторая обязана ей ответить этим, да? Ну, а вот сейчас... А вот сейчас уже не обязательно. Уже к вам могут сказать нет. Ну, конечно, могут разыграть сейчас Мекки драму, ну, типа, техническую ну, да, проблему, не да? Не возвращается там. Ну, это понятно, ну, сейчас, по-моему, все серваки лагают, в каждой игре жалуются все, и сколько мы сыграли у нас там, и мы жаловались в одной игре, и против нас жаловались там те же GK, что у них лагает. Ну, и кажется, сейчас уже, по-моему, даже когда не лагает, все на лаги съезжают, ну, в смысле, сейчас уже так... Что-то есть такое с серверами, потому что и у меня тоже бывают лаги сейчас. Ну, у меня-то всегда лаги бывают. Что-то есть такое, раз и много недовольных. Да, что-то все-таки есть, я же говорю. Но действительно, пролагивает раз какое-то время, но непонятно. На мидлайне, кстати, вест в панде фрага не будет, но очень неприятно для FL снова этот вест. Там, походу, они прошел. Сами первые бежали. Угу, похоже на то, судя по всему. Как-то вторые левелы меньше продамажили, чем первые. Равинор, видимо, очень больно делает. Или под вышку въехали. Да, тоже мы упустили. Но Блюшка вернулся на линию к второму варбисту. И, конечно, пропущенная пачка крипов слегка варбисту даст буста. Да, сейчас может перединаете просто. Перекрипить. Ну, уже второй левел, уже плюс один из дэмэджа. И Хага уже со своим 54 не так хорошо себя чувствует. Тем более здесь топор и уже Iron Shield. Что для него тоже, как для стоящего против соло ренжового пацана, достаточно... сильно помогает, но у Хеллборна нет леса, у Легиона же есть Офелия, которая пока особо не выступает ганкером. Морж законтролил руну, фармит крипов и должен иметь какой-то фарм. Казандарчик, кстати, вообще не теряется на этой линии. Двоих гоняет. Гоняет двоих, да. Вот стана нет таргета, торт вообще даже не пытается, стане сейчас не там перекидывались, ну, друг другу. Вы, кстати, меня сейчас подлагивает. У меня тоже сильно подлагивает. Сейчас жесткий прям. Угу. Я думаю, все это, да. Эх. Да, надо вообще просто лаг. Это просто нереально. ЖЖ. Оу-оу, это полегче пишет. Да, наверное, все-таки ремейк. Ну, хороший ли сервер, спрашивают в каждой игре сейчас. Но, во-первых, я не знаю, почему сейчас опять стало модно второй скилл на торта качать. Тем более на линии против одного репульсера, который... скоро получит огромное количество мобильности. Почему через импейлмент? Против выхода Офелии, против крипов? Почему? На миде я видел качаются. Почему? Я не люблю играть, на самом деле, через третий тортом. Потому что ты как-то заметил, что дэмэджи больше торт со вторым все-таки выдает. Нет, ну, как бы, если ты стоишь и автотачишься, то ясен перец, там в два раза понятно, больше. Там эти крипы, там дэмэдж, там, ну, уходит на крипов. Но такие ситуации частенько бывают, что ты остаешься с чуваком, там, один крип и он, то есть... Ну, вот не знаю, я лично никогда не качаю третью, я всегда на миде всегда стою через вторую. Ну, я ловлю этот момент, когда можно вот вторым реально продамажить. И да, сейчас... но, видишь, слишком много если. Ну, в смысле... Сейчас все торты, кстати, ну, не то, что все торты, но я много очень видел, что и со мной соглашаются, и тот же там у нас Гена согласился, который говорил, что третью надо качать, что через вторую как-то более эффективно это выглядит. Ранний пуш тауров тоже это дает. То есть, если уйдет куда-то репульсер, там, базилку включил, пошел... Погнал, да, это да. Уже снес. Это действительно так и есть. Но вот именно не знаю, почему-то, как для саппорта, который должен сейчас обеспечить фарм Кракену, третий скилл был бы эффективнее. Под харас издевать как-то от репульсера было бы полегче и все такое. Выход по Кракену будет? Вряд ли так получится. Не получилось, да, все-таки ботинки. Ох, промахнулся Сану по торту. Но репка вообще-то очень неплохо свои соло... Изи Суисайдерс Лейн стоит очень неплохо. И я лично виню в этом именно торта, который абсолютно бездействует. Второй скилл дать ему невозможно, чтобы подхарасить, да, а стан он не пытается. И третьим, соответственно, невкачанным тяжело харасить тоже. Поэтому у Казандара даже больше крипов, чем у Кракена.
Я считаю, что был бы весьма старый. Если был мода, кстати, то было бы очень круто. То есть стан точно попадет, и там на харасиша тортом не факт, там надо попасть все-таки. Если на миди. Фух, вот попал Кегай, но, кстати, так. Мне кажется, что это было опасно. Есть по инженеру, дэмэджа конкретно немало выдает панда. И будет ли фраг тут вообще? Да, все-таки на зеленочке догорел First Bullet. Теперь пытается Равинор в панду попасть. Ну и попадет, как бы тут уже даже вариантов особо нет. Но убьет ли? Да, да. Обмен мог, один на один. Если просто побежал панда сейчас, он под замедлением мова был, мог бы, может быть, еще убежать. Мне тоже кажется, что шанс был, а тут вообще мэнап такой у Full Snow конкретно решил он воевать. Мне кажется, что слегка это его подвело. Ну, счет сравнялся 1-1. Но что важно, мидер команды Hellborn упал, а у Легиона упал саппорт. Да, это в плюс команду все равно. Еще и... Ох, сейчас еще будет еще один фраг, да. Даблкил для Ли. Хагат он наглеет, от вышки 3 удара получает. Уже пятый, смотри. Ну да, кстати, обогнал. Хотя и был буст у Варбиста на один пак крипов. Все-таки обогнал Ахага. Хорош блюхас. И... Ну, хотя динамим немного, крипов тоже не сильно много, но лучше, чем у Варбиста. На нижнем лайне надо торту завардить леса от подходов Офели и за крипов вставать, не пускать репульсера вообще. Он вольготно себя чувствует. Как-то слишком, да. И ботиночки подходит, да. Расит и подходит, вообще все делает. Кракен, что же придумал себе редженду? Очень странное позиционирование от формящего Кракена. Ожидал на фере, наверное. Виден выход Минотавра. Хороший стан, и должен умереть торт. Есть для него фраг, репульсор. Ну, тоже должен умереть. Да. Но. Не, Фелька, похоже, не догонит. Да, все-таки у Минотавра меньше мувспид, чем у Кракена на сапоге. И, ну, тем не менее, этот обмен все равно достаточно неплох для Мекки, для Квама в смысле, поскольку эта линия ожидаемо проигрывалась, а Грипульсер даже на удивление при смерти имеет все равно ассистик и имеет очень неплохой фарм. Ну, очень, да, окей, я приврал, ну, чутка, 12 крипов хотя бы. Ну, есть, короче, могло быть все хуже. Да, фарм у него есть, и шестой левел будет, и даже вон почти стимбуцы. Сейчас он чуть более сложная цель. На мидлайне тем временем драка. Панда въехала по Равинор, Равинор будет ли отвечать, у него все скиллы на кулдауне, а панда все еще живая. Равинор, по-моему, отдался. Красавчик, так да. И надо. Очень больно на зеленке панда делает. Булатик, красавчик, даже есть варианты, даже есть варианты, есть банка за... Есть Хелс Поушен, Булат почему-то его не хочет юзать. Ну окей, да, тут дальше файт не продолжится, но Булатик хотя бы ответил киллом в другую сторону, потому что мне кажется, что Ли как-то просчитался с количеством получаемого дэмэджа и вернулся он конкретно зря. Ну да, как любит говорить Боря, зацирил, ну зачизил, зря погнался там. Варианты, конечно, были убить, но все-таки... Но да, вариант умереть был больше, по-моему. Да. На зеленке очень долго пробегал, чем-то вниз побежал, потом обратно вверх, и все это по зеленке. Как-то она дамажит неплохо. Да, хотя она и была второго левела, но все равно это очень болезненный скилл. Там минус армор и всечки мова еще. Все это тоже неприятно. Ну, мид вообще, по-моему, за Квама минус. И так более доминирует его. Ну и вообще, счет за Квамами, но при этом, даже при леснике, наверное, из-за хардлайнера, да? Ситуация одинаковая про голдей по XP, причем даже, ну, совсем чуть-чуть, но выигрывает Hellborn. Отчасти, да, это благодаря хорошо доминирующей Хаге. У Блюшки с крипанием идут дела получше, чем у всех на карте. Тут Офелия такая более гангущая, поэтому нет ни отрыва ни в голде, ни в XP. Не, ну, тем не менее, Офелия пятый левел, хоть что-то должно же быть. Тут должно быть. Не знаю, мне не очень нравится, играет Морфик на Офелии, если честно. Хотя он старается, ну... Старается, да, там у него контроль хватает. Бывший варкрафтер, никак. Крипов он может расконтролить. Вот это да, Кракен захантил курицу. Ну, все-таки маленько он, на мой взгляд, не доигрывает чуть-чуть. Ну, есть чему поучиться. По Кракену будут пытаться ребята въехать, дэмэджа достаточно много. Кракен увозит репульсора. Репульсор с ультой пытается уйти, получает ульту Кракена. И будет ли фраг? Нет, Офелия, шестой левел успела хильнуть. Казандара. Дальше зачем эта погоня, вообще не понимаю. Тем временем на мидлайне Мурен
вместе с Фолсновым забирают Ферзбулата. Пытаются еще и по Равинору развернуться, но нет. Еще одного фрага не будет. Счет сравнялся 4-4. И теперь уже Мека, пожалуй, сравняла свои шансы на мидлайне. Ответ на чат, на вопрос в чате. Есть ли техлуз за бэкдор? Нет. Нет понятия бэкдор, ребят. Поэтому можете не переживать. Хоть с первого левела бэкдорьте. Еще говорит на мидваре. Кого это вообще интересует, если честно? Да, ну бывают, наверное, какие-то турниры по мидвару, но... Ну вообще, бэкдор, конечно, такая устаревшая тема. Когда они не умели против этого люди играть, тогда это как давали тех, бэкдор разрешен должен быть. Ну да, бэкдор абсолютно рабочая штука, и ты должен понимать, что именно, ради чего ты играешь, что охраняешь, да, как правильно говорят, выигрываешь ты не когда 3000 раз убил врага, а когда тебе снесли базу, или ты снес базу, соответственно. Поэтому ты очень четко должен понимать, что охраняешь ты, и всегда быть готовым вернуться на деф собственной базы. Репульсор въехал по Матфениксу и сам его забрал, и Офелия бежала на ассист со всех ног, но так Моржик... И не долетела его тыка, чтобы получить ассист. Но Казендар, 8-й репульсор, большая батарейка, стимбуцы, и уже очень-очень неплохо дается ему эта линия. Собственно, 50 ГПМ. Торт будет для него всегда теперь еда. Торт, причем максит стан, это вообще странно, как по мне. 3-1-1 прокачал. Еще и третью вкачал. Зачем вторую брал? То есть, понятно. Знаю тоже. Ну, мод Феникс, Сашка, он... Может всякие странные решения выдавать. Станы у него бывают веселые. Да, бывает. Ну там говорят ребята, что он всегда, когда дает стан, сильно лагать начинает. Ну это да. Но может это личная проблема, знаешь. Ну прям нажимаешь W-шечку или там Q-шечку, да, и сразу такой... И вся страна понимает, что сейчас полетит станчик. Сейчас полетит. Ну это из разряда того, что сегодня мне... Человек написал, точнее не мне, а Боря написал, что попался с тобой в вторую игру, и я почему-то вылетел из игры, типа у меня инет дисконсил. Походу ты меня хакаешь. Тоже, а, ну, по-любому. Читы придумал. По-любому. Нам тоже сегодня, я в саппорт сегодня заходил в офисе, и смотрю, пришла заявка, забаньте такого-то, такого-то, он ежедневно юзает читы. Ну есть читы, есть. Вот, что? И мы тоже спросили, ну пожалуйста, подробнее расскажите. По Кракену езжает репульсор, и собственно... Как? И собственно, это будет фраг. Щиток! Не, крипы добьют, я думаю, все равно. Вижен хотя бы даст, дадут крипы. А, нет, съел этот. Тэпка от Редженда улетит, лол. Но Казандар, тем не менее, очень уже уверен на своей линии. Много дэмэджа ему дает и Варбис тоже, мидлайн, въезд панды. Панду баф от Мастер Вармса. Панда все-таки, наверное, этого не переживет. Выживет ли инженер? Да, ульта Офелии позволяет продолжать очень легко погоню. И даблкил для Равинора. А тут еще и Модитус бежал помогать. Вместе с Блюшкой. Да, хага сделал, вместе с Блюшкой ребята отвлеклись с верхней со своей линии и пришли на мидок. Хага будет пытаться задинаить. Кстати, у Блюшки уже есть лайтбренд и стимбуцы. Хага очень неплохо фармит, но импакт пока небольшой. Фрагов у нее, в отличие от того же репульсора, нету. Нету Ти. Упал Таурок, мод Феникс, подлагал, давая стан. И будет ли какое-то продолжение? Нет, не будет. Равинор, кстати, в банке есть у него реген, но, к сожалению, реген будет потерян именно из-за первого скилла Хаги. Вот, готово. Дабл дэмэдж. Есть ли банка? Где банка? Банка, ты бежишь там? Пандочка, да. У инженера неплохой такой закуп. Ты видишь, да, будет иконка сразу первым айтемом на репульсоре. Это вообще сейчас один из, на мой взгляд, очень сильных итемов, то есть его бафнули просто нереально. Да, он реально очень хороший. Фелька отправила репульсора домой, он будет тэпаться на нижний тауэр, чтобы задефать его, но уже будет с полной маной. Но иконка, особенно на репульсоре, реально очень хороший артефакт. Да, а репульсор живучий, всегда присутствует на всех хилах, и каждый килл регенит ему большой кусок пула хп и маны. Не смог, он не успел прилететь на деф. Ну, кстати, Мека здесь вчетвером, нет только в Рачхаге. Ждут, видимо, Равинора и будут файтиться 4 в 4.
Хотя неплохой стан. Да, очень неплохая. Кега Тенджи поставил 0-2, и мастер Уанс однозначно забирает репульса, продолжает под торт. Убирает просто с двух плюх благодаря бафу варбиста. Панда, панда. Убежит. Похоже, не расконтролил крипов Фелия. То есть, о чем я не говорю, ну. Не то, что как бы плохой микро уважает. Может он это контролить, но вот. Его ГП меня не радует, 250. Слабоватенько. Не, да, не лучшим образом. Маленько. Попытка с Дефа Тауэр, варбист. Должен попробовать задинаить, наверное. Будет динайт? Да, будет динайт. Ну окей, хотя бы вот эту пользу принес на своем хардлайне. Ну у него тоже, в принципе, уже есть стимуцы, есть базилка. Когда-нибудь, даже не то чтобы сильно долго осталось до Abyssal Skull ему ждать. И какая-то польза уже от варбиста будет, в принципе, и в пуше. Офелия тем временем... Хотя, кстати, варбист и Офелия, обрати внимание, да, а Хеллборн перепушивает на один тауэр. Мека тоже не теряет возможности попушить. Равинор купил портал Кей, и по идее команда Легиона в скором времени... захочет подраться. Казандару до иконки еще, ну, долго-долго. Он, наверное, без нее не захочет особо участвовать в тимфайтах. Мне кажется, вот с ней... он уже бустер купил один. Вот сейчас будет третий. По-моему, у него было 200 голды, и был файт, он там убил как раз-таки одного. Мне кажется, почему-то он, ну... То есть 1100, да, или что-то типа того, да, осталось? Да, я думаю, ему осталось где-то там 600, где-то так. Ну, в общем, есть в нем. Ракина на хосте очень легко загадала команда Легиона. Квамы отлично выступили. Очень длительный дизейбл от репульсера. Второй скилл почти 2,5 секунды контролировал Кракена и дал возможность Равинору залететь на портал Кей и закончить этот фраг. Отличный въезд еще. Ох. Не, ну торт конкретно хавка. Вообще еда-еда. Красные ботинки особо никак. Ну Лив хорошо опять отыгрывает на Равиноре. Очень хорошо. Реально он хорошо делает. Ульта, хаги по одной Офелии. Офелия тут же дала свою ульту и отрегенила не только себя, а еще и всю команду. Репульсера будут пытаться забрать. И, ну, репульсер умрет. Вся остальная команда должна пользу с этим немного отойти назад. 11-5 в пользу Квамов. И очень-очень все неплохо. Жалко, конечно, репульсера. 1700 не покупает он еще один бустер. Видишь, все-таки, наверное, не было у него еще одного. Почему-то мне так кажется. Будет. Но, тем не менее, да, тут все равно копеек 400 и будет уже... А, это все без арбиста, они еще играют в арбист, пока на своем лайне держат. Ну неплохо так. Либо установил команду, ка. Я, честно говоря, их списал до начала этого всего цикла. Я им пророчил 8-е место. Ну вот так вот Ли реально вписался. Да, Пашка хорошо очень вписался, на удивление. Вот ребятам не хватало, да, похоже, не хватало им неплохого мидера и... Ну да, потому что Казандар, он все-таки, на мой взгляд, я ему и до этого говорил, что он как керри игрок. То есть мидер-то он тоже неплохой, но все-таки он должен на керри играть, он нормально отыгрывает. Ну, кстати, да, я тоже обращал внимание, любой, в принципе, 2К ММР игрок может играть, наверное, практически любой роли, да, то есть и мидер-керри часто роль взаимозаменяемая, но Пашка в натуре лучше мидит. А тот же Казандар действительно лучше керрит, то есть лучше фармит, лучше изилайн стоит. И меньше ему роумить хочется, больше поднафармить хочется и так далее. Въехал Равинор и пришлось потратить ульту Мастер Ван, чтобы еле-еле засейвить этот таргет. Причем это была еще и Хага, которая по факту у Хеллборна-то самый нафармленный персонаж. Равинор вышел на почти 400 ГПМ и пока что только стимбуцы ПК, а эффективность уже просто зашкаливает. Очень, ну, очень молодец. Что-то он там приобрел. Топор. Да, да. Батарейку, что ли, он купил. Да, про большую увеличил батарейку и купил топор. Ну, в моих этих интересах болеть за Кама сейчас. Все-таки я хочу с первого места выйти. При условии, конечно, если я одолею эту суперкоманду Камы или Дорн, тоже неплохую. Так что я сижу предвзято. Сегодня как раз Дарны вчера очень же неплохо поиграли, в принципе. И сегодня посмотрим их выступление против Камов. Следующая игра же будет именно Квандорн. Я почти уверен, что это будет что-то очень неплохое. Булатик, хороший контрвардинг. Дорн, они такие непонятные. То могут отлично отыграть, то не очень. То чуть сливаются, да. Да, это... Нестабильность есть иногда в их игре. Ну, прессингует Камы сейчас. Видно, что немножко остерегается Мека. Не особо подходит.
не дерется за варды, при том, что даже ребята знали, что там был только Равинор и инженер вдвоем, но кто ж по ним захочет въезжать? Мрепульсар уже с иконой, и где бы он ни был, часто он долетит уже со своей ультой. Желательно бы, конечно, заряды получить Казандару, но я думаю, дело за этим не постоит. Скоро. Тут больше не в зарядах дело, а после килла же. После килла регени, да, конечно. Да. Заряды там, конечно, круто, но все равно. После килла этот дикий реген, который ничем не сбивается. Ну, там он не то чтобы не контрится, знаешь, типа, ну, 30. Он не сбивается. Он не ничего. Сбивается, но ну, просто тебе дает 300 хп каждый килл. Ну и 300 маны. Ну и 300 маны. Но при этом же он не стакается в то же время. Ну, все равно. 300 хп виртуальных, 300 маны очень неплохо. Для айтема, который это стоит. Есть по хаге, контроле и хагу должны ребята забирать, конечно, есть фраг. Для Казандара сли, они вдвоем законтролили Блюхана очень сильно. Блюх только-только как раз привез себе книжку, но 40 секунд придется ему побыть в тайм-ауте. Варбит так и не уходит с топа, он до сих пор там стоит. Ну Т2, наверное, ему отдастся. Может быть, додавит Кама еще и Т2 на мидлайне. Что даже я не исключаю, в FL Snow на панде даже пойдет ли дальше? Или, вот не знаю, куда ему сейчас идти. Вниз страшно пушить, да, там ни тауэр, ничего. Обратно возвращаться не уверен я в его эффективности. Здесь все-таки 2-12, 3-12 пацана у Легиона. И панда тут, ну, хоть 11 левел, да, но недолго она проультует без шранкинов, без даже 0 стоун, без ничего. Хотя до шранкина осталось 200 копеек, и может быть именно поэтому... Пандамониум, ты выбирал путь фарма. Продав щиток, сейчас он Шранкин, в принципе, уже сможет купить. Ну, кстати, пуш, посмотри, да, маржу дождал уже 300+. Ну, сейчас у них вообще все хорошо. У них 8,5 капли преимущество. Ну, панда, да, копит. И ПК не... Ну, вообще не берусь. Панда такой герой, на мой взгляд. Опциональный достаточно. Инициировать будет трудновато, там керить им тоже будет трудно, даже Шранкин особо не поможет. Тот же там какой-нибудь скелет собьет эту ульту. Нет? Или да? Да? Нет? Скелет, может, могет. Хотя да, скелет могет даже по Шранкину сбивать, действительно. Чисто 0 стоун нельзя, но по Шранкину можно. Поэтому темпосты очень сильно разочаровываются. Когда против скелетов толпы играют, да, знаю. Почему не могу камерой водить? Ну, бас. Наверное, мне... А, вот все, я залокал камеру. Залокал, наверное, на кого-то, да? Да, на моржа. Ну, на кого еще? Судьба. Может, суперовый. Сегодня ночью, кстати, уже будет патчиться, уже весь офис Гарены готов к тому, чтобы допатчить новый кроссмодик, да, Rift Wars запатчится сегодня ночью, то есть буквально через несколько часов клиентик будет закрыт и будет добавляться этот крутой мод, плюс еще аватарка Moon Queen, и просто я не устаю, мне она так нравится. Кто не знает, vk.com/Garena, по-моему, уже выложили в официальной группе картинки, там, да, по-моему, есть уже, да, есть. Так вот, Мунквину, я просто этот патч жду, просто чтобы Мунквину купить. В принципе, в этот кросс-мод я особо фанатеть не буду, но вообще развлекушка достаточно прикольная. Она в какой этой стоит? Она робот или кто она? Ну там, это знаешь, война Крифт против Хантер была. Ну она какая-то роботизирована, но она вроде бы малышка-человек. Даже не знаю, с какой она стороны. Я всегда покупаю обе аватарки, поэтому... Не, я за этих топлю, за роботов. Ага. Я их покупаю. Потому что Намад очень крутой. Намад я тоже вообще вспомнил этого героя именно из-за этой аватарки. Намад конкретно красивый. Казандар въезд по мастерансу и вообще по всем, как бы, всю ману потратил Казандар на то, чтобы прилететь в этот файт. Заодно отвлек внимание от варбиста и от Т2 Таура. Ребята, хорошо, очень пропушили. Кракен потерял ульту и теперь, наверное, будет беспомощен. Смотрим, как Казандар рефрешит свой хп и ману благодаря этому киллу. Равинор даже, по-моему, не долетел, да? Да, не долетел. Ну... Последний Т2 забирать, пожалуй, да, и можно, может быть, Кангора даже. Без Кракена ульты не знаю, что Мека сможет хорошего предпринять. Тут у меня небольшой автоп. Боюсь, жена. Надеюсь, никто не слышал. Не было слышно. Ну, я, по крайней мере, не слышал. Ну, хорошо.
Сейчас услышите. Будет продолжаться? Ну, походу. Катя, тихо. Снова ездит репульсор, и отличный даблстаунд Равинора. Пандемониум неприятно, он купил Шанкин Хэд, но на нем, похоже, будет вынужден именно пятку вдавить, он умрет ли панда. Опять легенда репульсора. Торс просто вбежал во всех. Седьмой левел. По ассисты, наверное, была погоня. Думаю, сейчас я вторым скиллом попержу по всем и ассистов получу миллиард. А по факту легион не умер никто. 15-5 выиграет команда к вам. И Мека... Команда, которая, между прочим, победила котов. Панда хотел ультануть репульсора, но почему же не получилось, Лалки? Я напомню, что первый скилл, хотя это двигает от места ТПшки, но ТПшку, к сожалению, не сбивает. Это выглядело мило очень. Собственно, ни в чем С2Е нету, поскольку это было известно. Вот как он сбил панде ульту, вот это, ну, видимо, пожалуй, сам себе. Сам себе, наверное, сбил, да. Ну, С2Е, конечно, тут вообще никакого нет. Наверное, он не в курсе. Самоед, я думаю. Ну да. Что такое бывает? Ну, наверное, фуллаг сам редко играет. Угу. В основном открытие для многих людей происходит от того, что можно переместить, но при этом скилл не сбить. Ох, репка въезд под торту и... Ну, Казандар, кстати, на репке вообще отлично отыгрывает. Вот просто очень хорошо. Никаких особо к нему претензий. Там, разве что чуть передавливает он немного панда. Тоже умирает. Продолжение будет, конечно же, и по мастеру Вармсу, да и Кракену. Мне кажется, тоже тут уже не спастись. Есть даст, чтобы его именно увидеть. И какие варианты уйти. Никаких. ТП-шку сбивает. Кегай, все. Собственно, вот консит. Не, ну, Блюшка даже умудрился сделать фраг, но, тем не менее, это, наверное, еще ему и... Да. Будет жизни стоить. Квадкил для Казандара. И Воут Консид, наверное, сейчас. Да. Сразу же. Воут Консид превратился в уже официальный консид. К вам и супер как-то круто обыграли Меку. И, по-моему, даже свернули традицию о том, что если мы сокастим вдвоем, то они проигрывают. И, правда, это не первый, по-моему, их вин, когда мы вместе наблюдаем. Но, тем не менее, выступление было действительно крутым. Неужели вот просто мидера им не хватало? Я не знаю, что же происходит с квамами. Но закономерность в этом мы сможем проследить уже прямо сегодня, потому что сразу следующая игра — это опять квам. Только уже против команды Дорн. Я думаю, что если Дорны готовы, то с минуты на минуту мы сразу же приступим к этой игре и не будем долго ждать. Оставайтесь с нами, дорогие зрители, мы с удовольствием потусим с вами еще одну игру группового этапа Хонтура. Саня, я надеюсь, что никуда не пропадаешь? Нет, я в деле. Однозначно, ждем.